Коллеги, продолжается World Food Moscow, четвертый день нашей выставки. И рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Лысицкий Питер, и я со Словакии. Расскажите, какие ваши дела нашей выставки, что вы привезли, что показываете или что смотрите, с кем общаетесь? Смотрите, у нас две компании. Одна компания занимается вином, мы делаем свое собственное производство словацкого вина и делаем экспорт за гран. В том числе мы экспортируем в азийские страны, в том числе Китай, Гонконг и Таиланд, Сингапур. А сейчас хотим находить выходы на российский рынок. Расскажите, пожалуйста, о вине, где произрастает виноград? Как еще? Где произрастает сам виноград? Конечно, в Словакии. Словацкий виноград и за словацкой винофабрики. У нас есть маленькая семейная винодельня. И вот таким образом мы экспортируем вино по всему миру. Замечательно. Давайте расскажем, у вас есть еще одно интересное дело? Да, у нас есть тоже вторая компания, которая занимается импортом-экспортом. Компания называется Silk Road Slovakia. И мы как-то постоянно делаем экспорт в Китай. Мы уже сделали дочку нашей словацкой компании в Китае, которая конкретно занимается импортными услугами и логистикой. И тоже мы занимаемся сорсингом, это мы находим китайских производителей и экспортируем в Евросоюз. Замечательно. Я понимаю, что ваша компания может быть российскому покупателю интересна со всех абсолютно сторон. Сейчас мы и словацкие товары можем получить у себя, и уже китайские, и так далее. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Давайте скажем, где вас можно найти, чтобы ваши потенциальные бизнес-партнеры могли с вами плотнее пообщаться по каждому из ваших сфер. Смотрите, вы нас можете найти, у нас есть доступная информация в интернете, просто пробивайте в Google, тоже в российском Google все работает хорошо. Вино Питер Лисицкий или компания Silk Road Slovakia. Отлично, и надеюсь, на нашей выставке вас найдут тоже потенциальные бизнес-партнеры. Я здесь нашел очень много хороших продуктов, которые сам лично собираюсь покупать, в том числе ваши шоколадки российские, очень вкусно, мне понравились. И скоро их найдем тоже в Словакии и в Китае. К вину подходят отлично. Спасибо большое и удачи вам на выставке. Спасибо, Сергей.